Незабаром українським студентам може дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану. За інформацією народної депутатки Юлії Гришини, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити виїжджати за межі країни тим, хто не підлягає призову, в тому числі тим, хто навчається в іноземних вишах. Наразі питання має розглянути Кабмін. А як ви вважаєте, чи потрібно дозволяти таким студентам виїжджати за межі України? Та взагалі, хто та за яких умов повинен мати право на виїзд за кордон під час війни? Отношусь положительно, потому что развиваться все равно надо, стоять на месте. Но есть очень много людей, которые сегодня социально никак не защищены, особенно в Одессе. Наверное, это моряки, здесь их очень много, и поэтому я не знаю. Но вопрос надо, должен решаться. У меня сын плавает. Он не может приехать сюда, в Украину, потому что он боится, что его возьмут в армию. Ну, то есть профессия моряков, безусловно, по запросу фирмы, нужно людей отпускать 100%. Ну, я думаю, конечно, да, студентам нужно, это важно, учиться. Но я слышала, насчет моряков есть много очень споров, поэтому, наверное, я думаю, много категорий, которые могут ездить, работать и возвращаться обратно. Те, кто экономически может поддержать наше государство, допустим, от того, что эти люди сидят, и как бы они и фронту здесь не помогут, и семьи свои не прокормят. А если, например, те же самые моряки могут выехать, чтобы заработать деньги, эти деньги пошли на содержание их семьи в Украине, на поддержание экономики нашей страны, то это, я считаю, будет хорошая ситуация. Ну и точно так же студенты, если они учатся каким-то достойным профессиям, будут возвращаться сюда, то это правильно, я считаю. Ну, я вважаю, що всіх не варто зачиняти в одній клітці. Тобто повинні бути якісь верстви населення, які можуть виїздити за кордон. Я вважаю так. Ну, а сам я не можу сказати, які, що ці можуть, а ці не можуть виїжджати. Це вже хай вирішує. У нас є наша Верховна Рада. Хай вона вирішує, хто має право, хто не має. Ну, якщо чоловік боліє, там і дійсно не можуть. Там инвалидность у него, то почему он может выезжать, чтобы зарабатывать для государства? Кому-то надо и выезжать, кто-то должен там заниматься своими еще делами, моряки, если они будут в рейсы выходить, как же будет государство? Война – это все разные структуры. Чтобы Украина пришла до перемоги, то надо, чтобы всесторонне она развивалась, и экономически, и туризм, и все остальное. Чтобы мы не превращались в новый железный занавес там, или какой-нибудь совок.